У саратовского завода «Серп и молот» продукция массовая. Запчасти к тракторам и автомобилям выпускаются десятками, сотнями тысяч. Например, осями катков для гусеничных машин саратовцы снабжают всю страну. Без помощи автоматов тут просто не обойтись. В заводских цехах действует около сотни автоматических линий. Работают на полную мощность. Практически не простаивает техника в бригаде Александра Владимировича Попова. Члены этого коллектива владеют смежными специальностями и профессией наладчика. И в целом по заводу заметно улучшил использование техники бригадный хозрасчет. Но не только он. Несколько лет назад, во вторую смену, многие рабочие места пустовали, станки бездействовали. Теперь иначе. Во многом благодаря тому, что прямо на заводе можно сделать покупки, обратиться в службу быта, а после смены отправиться в профилакторий. Здесь вкусно накормят, благо продукты из подсобного хозяйства. Можно пройти курс лечения или оздоровительных процедур.